Алло, чатик, добрый день. Вечер уже скорее. Я хочу сказать, что это совершенно спонтанный стрим, как обычно. И сегодня я его не планировал делать, но тем не менее скажите, хорошо ли меня слышно, потому что микрофон сейчас стоит основной, не дополнительный, как было до этого на последних стримах 10, то есть не Razer, а Blue Yeti. Вот. И, соответственно, поэтому может быть, что слышно меня сейчас по-другому. Это ладно. Вот, первое. Второе, это то, что сейчас и вебка выглядит по-другому. Ну, вебка-то старая, в принципе. Но я сегодня, короче говоря, здравствуйте. Сегодня я очень много свободного времени потратил на то, что... Я вам говорил, что мой компьютер на данный момент, это как-то, короче, очень плохо. То есть там сейчас все разбомблено, и очень много было всяких проводов и тому подобное. Короче, я сегодня весь день занимался тем, что переставлял это так, чтобы у меня все было оптимально, все очень красиво и хорошо. Вот, и в результате, короче говоря, сделал все хорошо. Так, чё, давай не выдумывай, что там жить можно. Этот микрофон намного лучше. И ты сам об этом знаешь. И когда я вместо этого микрофона поставил тот, вы такие типа... Ну, блин, короче, ну ладно, потерпим. Этот микрофон не забивает верхние частоты, то есть если я там буду громко говорить, то он не будет хрипеть. Да и вообще, в целом, он по качеству намного лучше. Так что, в принципе, мне вот это вот твое, я на нем даже могу ASMR устраивать. Вот, типа, ты победитель там и тому подобное, короче. Вот, сзади может быть страшный бардак, потому что, повторюсь, я сегодня все свои системники снял, все мониторы, все отсоединил, все протер, все провода загнал в одну кучу. После этого начал бодаться с компьютером в плане того, что попробовал увеличить еще качество. И вроде как у меня получилось. При этом, конечно, могут быть тормоза, потому что я не битрейт поднял, потому что его не поднимешь. Но, короче говоря, я поднял качество самого видеообработки. То есть сейчас компьютер загружен на 30%. Что, в принципе, довольно много для тупо стриминга, потому что кроме стриминга компьютер сейчас ничего не делает. Вот, короче говоря... И люди из Владивостока, извините меня, да. Но я не ожидал, что сегодня будет стрим, поэтому, ну, просто не удивляйтесь. Я сегодня много вам не обещаю. Просто поиграем в НИР и, ну, где-то часик там полтора. И посмотрим, как это дело будет работать. То есть, как оно будет по качеству там и тому подобное. Вот. Еще раз привет всем, кто пришел. Это стрим, на котором я буду настраивать железо, короче говоря. И мы будем играть в НИР. Там как раз босс подъехал какой-то разрывающий вроде. Потому что в прошлый раз мы на него прибежали и, типа, пострадали. Но я очень уставший, поэтому сейчас я даже попадать по нему, наверное, не буду. Покажи стол. Не могу, к сожалению, потому что я только все настроил, и шевелить мне еще ничего пока что не хочется. Но у меня теперь тут полно свободного места. Вот. Ну и среди прочего, мистер Павлик, спасибо за 5 месяцев. Зера, спасибо за 4 месяца. Кадриэль, спасибо за прайм. Вот. Ты в курсе, что скоро концовка НИР? Так у меня там еще два прохождения, то есть по ней. Я только первое сейчас заканчиваю. Только прекрасные люди, всего 500 человек. Да, сегодня можете задавать вопросы, а где все люди, потому что сегодня не было ни анонса, я не предупреждал, что сегодня будет стрим. То есть практически сегодня только Notification Squad, поэтому расслабьтесь. Вы можете, конечно, задавать мне эти вопросы, но лучше не надо. Вот. Сейчас Артур вынесет того босса с первого раза. Это как с прошлым было. Типа в прошлый раз я пришел, огреб, на следующий день пришел, и все хорошо получилось. Ну не знаю, на самом деле. Блин, у меня практически все на компьютере сейчас настроено идеально. Боже, я чувствую себя... Камера автофокусит постоянно. Ну типа она не привыкла просто к этому всему, поэтому вот так вот себя и ведет. Но автофокус, конечно, надо отключить. А ну твою мать. Все, она больше не будет. Расслабься. Подожди, мне надо было резкость немного убавить на камере, потому что я прям что-то супер четкий. Коварный? Ну как коварный? Я просто проверяю качество. Я знаю, что если бы я просто это делал, там, типа, какую-то тайную трансляцию, вы бы потом писали, типа, а почему? А чего не включил, там, и тому подобное. Поэтому решил посидеть немного с вами. Утки, спасибо за 10 месяцев. Подписываюсь 10-й месяц подряд ради смайликов Стоси. Ясно. А я думал, ты ради того, чтобы побыть вместе с нами. Но это, видимо, не так. Долго сидеть будешь? Часика полтора. Посмотрим. Наверное, где-нибудь до 10 по МСК. Но просто мне нужно понять, как вот эти нагрузки новые на процессор влияют на длительные вот эти вот. Ну, ты понимаешь, я думаю, да?
На самом деле людей нет из-за того, что из них сделан стол. Хорошо. Где можно посмотреть последнюю запись? Сейчас только на Твиче. Так, странная камера настроена. Она просто на самом деле чуть-чуть дальше, поэтому настроена она точно так же. Я еще прошлый стрим не смотрел. Сегодня не будет ничего обязательного, только игру пройдем походу и все. Подписка еще не купилась, но пишет, что я уже год, пока 11 месяцев, но уже скоро да. А мы ждем, так что подходи. Так, короче, пожелайте мне удачи, потому что мы идем на жопного босса. И сейчас мы посмотрим, как при этом у нас будет. Я так и не понял, что мне делать с высинком, то есть с рассинхроном. Но в целом у меня все хорошо получается. И я реально смотрел вчерашний стрим, он по качеству в разы лучше предыдущих. Это было реально круто. Вот. Так, курсор. Не тот курсор. Игра может быть тихо, но если что, вы мне сразу скажите, окей? Так. На стрим уже пригласили в группе, так что жди чатик. Ну, я все равно не думаю, что придет так много, как обычно. Постепенно народа подтянется, но нам с вами так хорошо, верно? Так, сейчас босси будет. Сейчас будем вспоминать вообще, честно говоря, немного сейчас... Примерно как сопля такой, весь теку, короче. Ну, вот как сопли в тепле, короче. Вот такое у меня состояние. Я говорю, я сегодня часов 6, наверное, собирал, разбирал компьютер, перебирал детали. Починил основной свой компьютер во многом. Потому что на нем были проблемы, и типа там, теперь этих проблем быть не должно. Так, качество должно быть хорошее, но сейчас может быть V-Sync. V-Sync есть? Вроде должен быть. Не уверен. Если не будет, я буду очень доволен. В остальном качество должно быть лучше, чем на предыдущем стриме, а на предыдущем стриме качество было лучше, чем за последние два месяца. Вот. Будешь юбку в прямом эфире снимать? Только если ты пришлешь мне ссылку на видео на YouTube, где ты снимаешь свою. Тогда я сниму свою, обещаю. Можешь ловить на свою. Сейчас все вылетит. Да не, я смотрю, на самом деле. Нагрузка на ЦП 59%, 47%. Могут быть дропы, могут быть. Могут быть притормаживания, дропы. Это из-за того, что я профиль поставил использование процессора на medium. То есть обычно все ставят very fast. Помимо very fast там есть просто fast и есть medium. И типа чем мощнее у тебя камень, тем больше ты можешь поставить. Но такое еще ни разу не ставил. Минор, спасибо за тир, Ван. Спасибо, ребята. Что мы тут делаем? Да так, залипаем. На самом деле проверяем качество. Повторяюсь, я сегодня включил стрим только потому, что я соскучился по вам. Ладно, только потому, что мне нужно настроить компьютер к завтрашнему стриму. Я вам говорил, что в ближайшее время будет много стримов, потому что YouTube сейчас пока что там болеет, поэтому почему бы на отключении посидеть. Игра громко. Игру потише. Я понял. Хорошо. Вот так примерно, да? Это... Я думаю, на самом деле, ты знаешь, не то, что игру надо потише. Надо просто микрофон поближе ко мне поставить, как он у меня, в принципе, всегда стоит. И тогда вы узнаете, это мой микрофон, потому что с этого микрофона я записываю все видео на YouTube. Вот. Что будет завтра? Я еще не придумал, но у меня есть несколько хороших планов. После того, как я сегодня все настроил, я могу делать очень много хороших вещей. Я сегодня доволен собой. Кстати, насчет голосования в Steam, это пипец. Вот почему наш игропром умирает. Возможно. О боже, это же этот босс. Слушай, мне кажется, у него щит, его убивать вообще бесполезно. Джессика, завтра экзамен, не пуха. А ты тут сидишь, да? Ага, ясно. По сюжету тебе где-то 2 часа осталось пройти. Учитывая, как мы сейчас будем страдать, вполне возможно, что нет. Так что посмотрим. Босс такой себе. Хорошо, как скажешь. Качество лучше стало, да? Самое главное, вот эту вот белесую какую-то завесу на всем этом деле убрал. Что меня очень сильно беспокоило. Типа, откуда она, я вообще понять не мог. Хорошо, начали, да? Хорошо. Привет, кто только пришел. Может, сюда идем? Да.
Дермидон, спасибо за 2 месяца. Космический пиццекот. У нас с тобой вчера должен был быть год вместе, но Твич чего-то решил, что ничего не происходит и ничего не предпринял. На сегодня все решилось, хотя подписка не высветилась. Спасибо за мир. Хорошо. Спасибо, что смотришь. Нет, 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 подними себя, подними. Так, я сейчас потеряю все свои чипы. Хорошо, ладно. Ладно, у нас есть некоторое время для того, чтобы, короче, заняться своими делами. Так что в целом, может быть, все не так и плохо. Это что за жопный щит? Жопный щит, твою мать, что происходит? Я бы не сказал пока, что босс такой себе, он какой-то реально такой. Жопный шип, пипец. Хорошо, хоть расшевелюсь маленько, потому что сегодня такой день. Ага, я понял. Ничего не вижу. Да твою мать, сраный. Я понял. Да блин, боже, что он делает? Так, нет особого смысла воевать. Так, хорошо. Отвечать, ну, так. Я ни хера не вижу, боже, что... Так, ладно, допустим. Ты можешь сменить на нормальный чип, я тебя умоляю. Ясно. Лазер у нас только кто, да? Ну такое себе удовольствие, короче говоря, драться с этим пацаном будет. Так, ну ладно. Мне постоянно слышится донат почему. Так, хорошо. Хорошо. Блин, фонарь. Фонарь, точно. Ладно, как вы видите, сегодня, короче, апельмешек подуставший, но типа мы его сейчас заломаем. Я примерно понял, что делать. Кто пришел, только всем привет. Это типа я настраиваю качество. Сегодня не обязательный стрим, заодно мы получаем люлей, но это такое. В темноте кто-то кого-то бьет. Как у вас, кстати, по яркости было сейчас? Норм? То есть яркость я тут настраивал вручную. Старый Иван, привет, Артур, решил купить Switch, как думаешь, почему комплект с Марио стоит дороже, чем с Зельдой? Без понятия, может быть, потому что он новее, может быть, потому что игра сама по себе в рознице дороже. Не уверен. Честно говоря, ценообразование от Nintendo, это вообще тот еще рак мозга, поэтому особо ничего не удивляйся. И когда ты будешь покупать игры в нинтендовском eShop'е, магазине, ты еще много раз вспомнишь мои эти слова в плане там ценообразования. Но консоль хорошая, серьезно. Хорошая консоль. Так, это не мое. Не мое перо. Так, не мое. А где мое? Вон мое, походу. Хорошо. Качество топ. Вебка яркая, только слишком. Но это уже такое, короче. Так, извлечь, восстановить. Так, все, погнали, короче. Больше не проигрывай. Какое... чё? Не знаю. Я кто-то удалил, короче, сообщение, я не видел. Знаешь, в чем главная сложность пока что? В том, что... Ну что камера, короче, делает так, что ни хрена не видно. Дай добре. Монитор оттемаста. Кожоу на денег отошмас.
Окей. Здесь просто часто ты ловишься на удары, которые, в принципе, такие себе. Мне постоянно слышатся звуки подписки. Что не так? Давай, Нанис, родной! Давай! Вот сейчас я опять слышал спасибо. Да, наведи стюарда, господи. Так, жопный... В смысле, ну я же, блин... Почему первый удар такой сложный? Так, давай жопный лазер себе в жопу засунь обратно. Окей, окей. Нет, нет, не застревай. О, боже, я какой-то труп застрял. Какая сложность. А, ой, я могу и это доджить. Окей. На харде эта игра представляет из себя, короче, одна ошибка, один ваншот. Как правило. Открой глазик, тварь. Глазик свой открой. О-хо-хо-хо-хо. Это может быть вполне себе любопытно. Самое главное, запомните, больше не умираем. О нет, только не это херь. Может, чуть темно так. Нет. Вот эта вот херь вообще непредсказуема. В темноте ее просто сложно заметить. Ух. Так, я разыгрываюсь потихоньку. Так, сейчас он прыгнет. Этого делать не надо. Да твою мать. Блин, я уже должен был привыкнуть. Килы трачу вообще в никуда. Надо геймпад будет по-другому. У меня, блин, геймпада не хватает. Не сильно заходит ему вот так вот, на самом деле. Так, мне нужно поменять, потому что у меня реально какая-то дичь сейчас. Программа бота. Вот где пулемет, там сканер стоит. Надо не сканер сюда поставить, а... Слушай, может молот поставить? Не, молот меня убьет. А мираж я так и не попробовал. Ну ладно, сейчас не время его пробовать. Нет, не то. Так, вот так. Жопный лазер! Жопный лазер! Темновато, да? Согласитесь. Так, половина есть. Да нет. Ладно, хоть полностью жизнь не сносит. Мираж топовый, попробую. Не самое лучшее время, чтобы учить что-то новое. Сейчас лучше как бы тем, что вот это. Сюда на 30-м надо, так на 24-м пока справляемся. Ну сложно, но справляемся. О, я могу тебе лапы ломать, ах ты, сука. Огребаешь. Я не знал, серьезно. Так, все, откроем. Повернись ко мне. Меня не глючит. Я одну приблуду включил. У меня теперь постоянно...
левые звуки всякие, короче, которые вы не слышите. Да настраивался. О, нет! 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 Хорошо, тварь. Вот, отлично, отлично. Сейчас бы застрять. Что это? Что это? Вот это... Вот это неприятно. Да какого хрена? Так, ладно, мы уворачиваться умеем, запомни. Внезапно. Боже, что он творит? Я думаю, если он заденет, все сразу сверху. Нет, сука! Боже, это был охерительный босс. Скажи, как мы научились уворачиваться, да, по таймингам? Он практически ни разу не задел по нам. А при этом это очень сложная хрень. Ох. Хорошо, я чувствую себя очень довольным сегодня. Самое главное, что я хотел из сегодняшний стрим, это настроить качество. И, ну, типа, оно уже настроено, но проверить. И, короче, победить этого босса. Я добился этого. Metal Gear Rising прям. Знаешь, после этой игры что-то мне захотелось Metal Gear Rising. Раньше, когда я играл, мне она казалась дико сложной. Но, типа, тогда я не занимался там стримерством, ютуберством. Вообще, это было лет 50 назад. Я думаю, сейчас мы там так нарезать будем репостами. Чат его 3 дня проходил. Да хорош. Хорош. Все, заканчиваем. Да не, подожди. Я говорю, сегодня стрим не обязательный. И я думаю, меня потом будут поругивать люди, которым нравится очень эта игра. Я знаю таких довольно много. Но, типа... Окей. Игра сложна. Смотри здесь как. Здесь просран баланс. На нормале играть сможет 5-летний ребенок. Она очень проста на нормале. И все боссы побеждаются с первого раза. На харде большинство боссов натурально ваншотят. Ваншотят тебя, короче говоря. Что, у вас тут закончилось? И чего-то вот среднего такого. Юрек на харде. Типа того, да. На харде поначалу хренеешь. Просто они там что, трахаются, что ли? Я не понял. Нет, они убивают друг друга. Они убивают друг друга. What? An awesome choice, stranger. Что у вас тут происходит вообще? Почему я поговорить с тобой не могу? Найтрейд, спасибо за 8 месяцев. Неру Чалк, спасибо за 4. Спасибо вам, ребятушки. Лучше бы трахались. Я вообще не понимаю, что происходит на самом деле по сюжету. А, о. Слушай, я прям вижу, качество получше стало. Они хотят стать богами, как их лидер, умерев. Ну да, но это типа как-то довольно странно. Согласись, нет? Я как бы слежу за сюжетом, но я не совсем пока понимаю, но мне он нравится. Он реально дичевый. Ты же понимаешь, что лишил многих людей очень-очень глубокого сюжета? Я не понимаю, о чем ты, Бармалей, но лучше не начинай. Что-то под тормозом.
Не-не-не, не надо прыгать, ребята. Офигеть. Так, подожди. Мне все нравится, но я как-то не чувствую себя комфортно. Welcome. В том плане, что... Костован, спасибо за саб, честь прайм. Так, секунду. Ну так, и теперь мне нужно кое-что сделать, окей? Во! Вот так будет заметно привычнее. Вот так будет заметно привычнее. Окей. Все, я чувствую себя хорошо. Теперь я чувствую себя замечательно. Так, только мне нужно теперь кое-что убрать будет. Вот так. Курсор? Забей на курсор. Нет никакого курсора. Я пропустил, кого он убил. Я убил того босса. Он не оказался таким уж прям сложным. Пока что самым сложным для меня была Симона боссом. Она реально меня убивала, просто выносила. Да, так привычнее. Да! Ребята, не надо. Анонса на канале не было, я включил этот стрим просто, чтобы качество настроить, ну и заодно поиграть немного. Если кто-то сокрушается, что он там что-то не видел, у меня на канале на Твиче всегда есть записи стримов, всегда, то есть вы ничего такого не пропустите. Я его специально не закрываю, как там некоторые делают, чтобы потом можно было смотреть за деньги. Никаких проблем, так что не надо тут, окей? Еще босс? Вроде одно видео заблочили. Ютуб. Еще босс. Да они не братья, они братья и сестры, или как-то так. Конечно, без полы. Эй, ну ты хотя бы как-то развлекал меня. Теперь я снова буду думать о сосочках на НС. Так, сейчас момент истины, чат. Как я думаю, многие из вас знают, во-первых, на светлых картинках, короче, светлая картинка для компьютера, она всегда более тяжела в плане обработки. То есть сейчас, во-первых, возрастет нагрузка на ЦП, и, соответственно, могут появиться микрофрезы, подлагивания и дропы там где-то на 2-3 секунды. Это первое. Второе, светлая картинка всегда бьет по битрейту. То есть у тебя 6000 битрейта, допустим, который сейчас является максимумом на Твиче, в нем картинка может квадратиться, мылиться, искажаться и тому подобное. Поэтому пишите, если это прям будет совсем дичево. Но в целом картинка должна быть хорошая. Сейчас у меня нагрузка 60% на ЦП. В общем, этот стрим существует как раз для вот этой настройки. Если что, мне... Это отдельный ком для стрима, какие фрезы. Я убираю качество такое, чтобы было... Ну, короче, забей. У меня проц одной из последних моделей, но те настройки рендера, которые я выбрал, они реально очень много жрут. Я все пытаюсь сделать для вас получше качества. Кстати, вы заметили... А, во, вы синк, вот я сейчас его вижу. Два раза было. Я пока не знаю, как от этого избавиться. Причем я на мониторе у себя герцовку поставил на 60. Беги к причалу. Так я же там взял уже оружие, зачем мне бежать? Почему битрейт максимум 6000? Спросил Твича. Трава всегда боль, да? What?
есть гладко, но десинк. Это у меня монитор просто. Надо что-то еще будет погуглить насчет этого. Сука. Посмотри, что у него с рожей. Повторю, у меня монитор работает в 144 герцах. Карта захвата в 60. Из-за этого возникают проблемы с висинком. Есть же быстрое перемещение. Я знаю, я сейчас с вами разговариваю. Вообще, повторюсь, я настраиваю качество в первую очередь. Не надо у меня на стриме спрашивать у Твича. Чатик, давно стрим? Как дела с тараканом в плавильне? Только что его убили. Он оказался не таким сложным. Но, типа, 2-3 раза сначала меня убил ваншотами. 2 или 3? Не, вы должны понимать, что идеальной картинки на битрейте 6000, который сейчас на Твиче. Его по-любому тупо быть не сможет. То есть я даю вам максимум. И то, что вы говорите мылиться, оно может и мылиться, но... Оно не так мылится, как оно мылилось до этого. Я сейчас вам даю очень хорошую для Твича картину. Вот. Жесткие мобы какие-то, да? Продолжить. Как дела? Не родила. Купили чилок. Да у меня есть лечилки. Я сейчас умер, потому что я вообще на игру, типа, как-то... Ну, я просто с вами разговариваю. Тут еще сложно понять из-за уровня графики, как на PS3. Не в укор игре. Я уже 100 раз говорил, мне абсолютно без проблем практически любой уровень графики в игре. Меня не парит. Сейчас гораздо приятнее картинка. Я знаю, да, но я просто хочу понять, и мне до сих пор никто не может сказать, как мне избавиться на OBS от V-Sync'а. Я чисто пошел по пути логики. Ну, если у меня 144 Гц на мониторе, ну, соответственно, видеокарта работает на основу на 144 Гц, и зеркальное отображение всего этого на карте захвата в 60 Гц, соответственно, могут быть потери кадров там и тому подобное, просто из-за того, что герцовка разная. Вот, я вернул герцовку на одинаковое положение, сейчас мой монитор работает 60 Гц. Вроде по логике, картинка должна сейчас рваться гораздо меньше, но она по-прежнему рвется. Это харда. Какую программу ты используешь для обработки голоса и настройки микрофона в целом? Для YouTube я использую Audition. В Audition я чищу голос и... ну, там... через параметры, как эквалайзер, чищу там верхние, нижние, ну, в том плане, чтобы оно работало получше, чтобы там всякие причмокивания убрать и тому подобное. А на OBS есть свои штатные плагины, то есть ты просто фильтр включаешь на шумоподавление и тому подобное, и все. Все просто. Энгбак, спасибо за тирван. Это в игре проблема рвания? Ну, вчера, допустим, мы в Зельду играли, там такого не было. Может быть, с игрой. Подожди, кстати. А сколько здесь? Весь экран. Сглаживание, фильтрация текстур, размытие, тени. О, серьезно? Я подумал, рип. Что у нее с ногами? Они эротичны. Размытие. Не. На середине картинки как будто полоса какая-то она проскакивает, которая размазывается. Это называется отсутствующий V-Sync. Именно про него я и говорю, когда говорю про проблемы с синхронизацией. Блин, у нас 24 уровень, нам сказали, что уже на крабе на этом. Воу. Нужен 30-й. А я стар. Не, Карк, не ругайся. Я повторюсь этот стрим, я... Чё? Чё вообще происходит в этой игре? У них зомби-апокалипсис, людоедство или что? Твою мать. Боже, вот это у меня сегодня у ворот, это посмотри. Яс. Yes.
Стань укаянный! Боже, что вы творите? Что за дичь? Не, ну скажи круто. Скажи, я придрачивался к этой игре, да? Да оно мне столько комп дает, вот это вот дело. То, что у меня два быстрых меча. То есть, когда стартуешь с сильного удара, типа, он все равно быстрый. О, видишь? Я до сих пор мувсет полностью не знаю, но мне все, что я знаю, нравится. Привет, кто так пришел. Народ постепенно подтягивается, и как раз когда народ более-менее так подтянется, мы закончим. Боже, моя любимая музыка в этой игре. Тут не может быть людоедство, потому что людей нет. Работоедство. Каннибализм, короче говоря. Роботы едят роботов. Попробуй мираж поставить. О! Гоблац. Два, спасибо. Спасибо за правильно. Паркет или ламинат? Паркет дороже, значит круче. У меня ламинат. Ну, чисто по логике. Так, что делает... Что делает Мираж? Анализирует врагов. Сейчас мы сейчас будем их анализировать. Мы не то делаем, чат. Ладно. Мираж. Я тебе сейчас, твою мать... Боже, как же он сегодня... Только начинаешь понтоваться, короче... Так, давай, посмотрим. Ясно, к этой штуке явно надо привыкать. Допустим, допустим. Русификатор, говорят, от Miracle, я сам не знаю. Да твою мать! Боже, это какой-то бред. Так, хорошо. Это тоже явно не то, что я хочу. Начал выпендриваться, мне сразу так напхали. Все, прекращаем, короче. Просто аккуратно играем. Кстати, знаете, что вчерашний стрим, оказывается, был... Ну, по Зельде, я имею в виду. Последние пара-тройка стримов по играм с консолей... Хоть и было указано, что они в 60 кадрах, они шли в 30. Я решил все эти проблемы. Там столько дичи, оказывается, было за последнее время. Все решено. Я доволен собой. Сегодня я провел день продуктивно. Хотя занимался, по сути, тупо компьютерами, а я это не люблю. Я же не задрот. Ну, типа, окей, ладно. Ау, я тебя проглядел. Хватит отвлекать меня своими. О, моего там шендейру, типа. Хорошо влетает. Влетает хорошо, влетает тоже. Не очень приятно то, что ты пришел сюда. Ну, смотри, чувак, я тебе сейчас подарю свой миксер. У меня тоже есть. Ясно. Так, хилимся. Он такой большой, что... Что я в жизни даже не вижу. А, вот. Слушай, мне надо побольше хила, походу. Руку свою себе в жопу засунул. Забонил. Блин, надо было не лечиться. Фу. Анусный лазер. У меня не такое еще увидишь с ним. Он там из жопы стрелял маленькими роботами. Это было довольно странно. Но нам понравилось. Сейчас скажи мне, сколько до конца осталось? Может быть, мы сегодня до конца первую концовку сделаем?
На финишной? Больше хилок не купишь. Ясно. Второе прохождение с английской? Слушай, хорошая идея. Чисто ради разнообразия. Не помогай мной. Твою мать. Как босса бить будешь от получаса до вечности? А, ясно. Посмотрим. О, боже, я же тебя убил. Это он босс? Сокуши. Кстати говоря, говорят, что вот эти имена должны открыться только на втором или третьем прохождении. Типа наши переводчики налажали. Но я не вижу в этом большого спойлера. Но я думаю, им виднее. Какой рыбачий. Она вообще работает? Или три дня, да? Что? Он хилится? Ты хилишься? Зачем это делаешь? Как ты смеешь? Нет, нет, не в воду! Уходи из воды! Уходи из воды! Все понятно. Рыбачить надо было, ясно. Били из гачи, спасибо за 2 месяца. Так, это я уже видел. Хрена себе, божья коробка. Не, на самом деле, ты знаешь, потому сколько я ему сносил, я могу сказать, что это нормально. Типа, это не так страшно. Просто в воду забегать поменьше надо. Да, кстати, насчет крема я только что подумал. В целом ты прав. В определенные моменты может быть. Такой себе, короче, это ваш ракетный робот, которого так нахваливали. Не оценил. Я чисто физически не мог заметить эту хрень. А теперь я могу сказать, что мои чипы пропали. И я чувствую себя. Как дела вообще? Что-то вообще нет сейчас времени смотреть YouTube. Что планируешь дальше в прохождениях? Sony, у меня все нормально. Насчет прохождения увидишь еще... На ютубе тоже вполне себе пойдет такое. Так, если я сейчас загружусь, я буду сейв скамить, потому что эти чипы мне очень дороги. Типа, чат, ты же будешь меня порицать, да? Очевидно. Смотри, на первое прохождение у нас 15 часов ушло. Ах, хорошо, хорошо. Это значит, что мы сейчас будем монорезать. Блин, мне приятно смотреть на окно предпросмотра. Там наконец-то что-то происходит. Чат, вот это лул, да? Лул на рекламу, чат. Сегодня, конечно, стрим вообще неожиданно, но получи, получи. Так, лежи. Да. Чего ты там ходишь? Чего ты там хочешь? Я передумал. Надо как в PUBG, короче, прятаться за складкой местности. Можно просто вот так выжидать, пока оно будет, короче, кулдауниться. Но то, что оно хилится, это вообще не прикольно. Так, хорошо. Если оно будет хилиться, это может быть сложнее.
Шо ты опять? Что это такое? А, ты... Я понял. Жопный лазер. Нет, нет, не то. Или... Нет, нет, не раскручивайся. Не надо, не надо. Твою мать. Ух. Так, оно не так работает. Я просто пытаюсь ему ноги сломать. Этого пацана надо будет прощупать. Я понимаю, что бей по ногам, это очевидно, чё. Но видишь, что происходит? Если бить по ногам. Интересно, это последний босс в этом DLC? Ой, DLC, я говорю. Жопный лазер. Раз, два, три. Мне очень неудобно применять диэлектрик. Очень, да твою мать. И ему похер на мой диэлектрик, короче, те люди, которые пишут. Тритесь. Тритесь. Так, мне нужен труп, я выбрал вас. Я из-за вас сейчас столько жизни потерял. Чисто из-за вас. Нет, не последний. Ясно. Он так-то простой на самом деле. Ну, типа, не то что простой. Хорошо. Место не очень богато, тоже на всякие укрытия там тому подобное. Раз, два, три. Блять, просто подходишь к нему и умираешь, ясно. То есть, короче, ближнее расстояние не сильно волнует. Так, надо еще какой-нибудь труп подобрать. Ясно. Ну я типа уже так, но я уже понял, что это слив, поэтому. Нет, не убегай, я хочу его убить, он же типа прикольный. Говорили тебе купи хилов. Ну, типа, вы это говорили еще на прошлом стриме. Сейчас уже этот стрим. Вот. Мазик на базе лечится. Да. Без расстояния, да. Молотом пробует. Нет, очевидная смерть. Хотя попробовать миражом. Мираж, говорят, очень хорошо дамажит, если враг находится практически в центре. Так. Пока вот так. Окей. Чип на реген, почекай потом. Сейчас уже поздновато. Нет, у меня реально очень неплохой билд сейчас. Я не хочу это терять. Слушай, он хилится постоянно. Что мне с этим делать? Оп-оп-оп-оп. Ты же сейчас опять включишь свою вот эту дурь, да? Так, отходим. Отходим. Так, в итоге мы знаем, что этот хуесос, простите, я не... Все, я не буду больше материться. Врубает электричество за полсекунды. То есть будем иметь в виду. Все, ясно. Ясно, понятно. Никен, спасибо за 21 месяц. Так, чипы просраны, грузимся. Слышь, мы его долго прощупывать будем, походу, потому что он реально... Он не то, что дикий, он хилится. Вот таким быть. Да, я знаю, признаю. Сгорел. Сгорел, да. Очевидно, что вырвать хилку и засунуть ему ее наоборот. А, ну это же так просто. 4-0. А, вы опять подсчитывать начинаете. Чё-то как обычно. Привет, что пропустил? Да мы тут босса одного заломали. Я начал понтоваться, что он был легкий, он вернулся. Ну такое, знаешь.
Матакойцка. Хилка, вы имеете в виду вот эту хрень наверху? Вот тебе и без сайд-квестов, как играется. Так я довольно много сайд-квестов выполнил, на самом деле. Он меня не ваншоты, просто это сложность карты. Вот вроде, короче, на лама выше. Вполне себе неплохо, да? Вот от этого как увернуться вообще можно? Вот, вроде все хорошо, в принципе идет ровненько. Но сейчас он такой: блин, надо, говорит, пойти отсюда. Что-то, говорит, у вас тут как-то плохо кормят. Блять, давай вот этого сейчас сожрем полностью, хавалом, а весь рот. Простите, я все, я обещаю. Обещаю, больше не будет такого. Вот, казалось бы, да, четверти нет. Но тут внезапно. Она бежит такая: эй, пойдем обнимемся. Тварь. Ох, так, хорошо, ладно. Боже, чат, что мне отвечать каждому человеку, который спрашивает, каким русификатором я пользуюсь? Может мне написать в названии «Хуй его знает» просто, простите, не могу, все, я обещаю. Если я в следующий раз проматерюсь, чат, то ты можешь говорить мега порицание, окей? Я первый попавшийся русификатор скачал из Steam, он там был самый популярный. Окей? Хорошо? Как же я тебя ненавижу. Блин, все шло довольно хорошо в этот раз. Да понял я, что это он. Я уже тут с ним полгода мужусь. А ты был в Стерлитамаке? Проездом был, да. Название никто не читает. Да, да, я знаю. Не, я привык на самом деле ко всему к этому. Я понял, женщина. Как выглядит хилка? Я, правда, все равно не успею прочитать, потому что я, типа, стараюсь воевать. Тут надо стоять. Я просто... Нет, нет, нет. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Ультрапорицание. Можно, да, можно ультрапорицание. Так, хилы у него вон там. А, нет, это не хилы. Я нелегко воспламеняюсь вообще на самом деле. Но временами легко. Как же он хилится? Повернись, мальчик. Повернись прямо сюда, вот молодец. Ну окей, ладно, допустим. Кругом еще кусты эти, я ни хрена не вижу реально. Вот тут самое отличное место воевать с ним. В принципе, он не сложный. Если он хилиться не будет, то его можно дальним боем вполне неплохо так, короче. А можно и не можно. Отлично. Замечательно. Так, я не подхожу. Он за полсекунды снова, короче, электрик свой врубает. Продолжай. Ближний бой не сильный вариант, на мой взгляд, все-таки. Уж простите. Не та сложность. Ни хрена, разве не мат? Боже, какой ты нежный. Это не мат. Так, половины нет. Ну, не половины. Скатился. Скатился. Блэк опять скатился. Вот
当地域に集結中。これじゃキリがない。予測、敵大型兵器が叫ぶことにより周囲の機械生命体を呼び寄せている。推奨、敵大型兵器破壊。Любопытно, любопытно. Нет, не надо. Не делал таких вещей. Чат не поймет. Повернись ко мне. Повернись. Хотя ладно. Шо, опять? Слишком много дерьма начинает происходить. Так, ау. Вот это было подло, конечно, подло. Это что? Это мины какие-то? И они лезут ко мне. Я труп? Или я не труп? Я труп или я? Все еще впереди? Да я уже понял. Хорошая, добрая игра. Роботы, отстаньте! Так, ну с воротами у нас более-менее неплохо было. Но это было давно. Да ты вообще конченый, что ли? Твою мать. Идиот совсем. Ты идиот! Да куда ты? Куда? Отстань. Христом Богом прошу, твою мать. Это попахивает рипом на самом деле. Да убейся, это мне здоровье нужно. Ух, мама. Так, мне походу их всех убить надо, потому что он стоит абсолютно неуязвимый. И они отпрыгивают, понимаешь? Ямой нельзя пользоваться, в смысле нельзя. Не, ну так-то, когда стараешься, оно все получается. Так, занимательно. Щит держит. Угу. Хорошо. Я вас понял. Я вас понял. Нет! Блять. Блядь, ёбаный. Хорошо, ладно, это становится. Вот это хард. Dark Souls не... Так, ясно. Ты знаешь, он убиваемый, просто бляха-муха. Это довольно сложно, да. С ним надо полегче. Мега прицание. Блин, я опять это сказал. Так, хорошо. Чё там, чипы у меня еще не того? Я первый или второй раз умер?
Окей, окей. Я в целом не испуган тобой. Мата койцка. Мудак. Ультрапорицание. Давай. Давай, быстрей. Сокуши. Слышь, у него 28 уровень, кстати говоря. А раньше был 30. Ну, типа, когда я первый раз с ним дрался. Это будет долго? Не знаю, на самом деле, может быть, я повторюсь, сегодня у меня рефлексы не те. Сегодня был жесткий день. Поэтому вполне может быть не исключено. Вчера бы я его, наверное, завалил вообще без проблем. Вчера я прям подорванный был. Ценишь его? Не, не, я не про то говорю. Я говорю про то, что... Вон кто говорит, игра помогает. Про то, что первая версия была более высокого уровня. Так, хорошо. Как мне быть с диэлектриком? Не может же быть, чтобы диэлектрик не помогал от электричества, да? Да, спасибо, чат. Я все-таки подумал, что может быть ты меня не обманываешь, но... На что я вообще рассчитывал? Так, у меня больших лечений практически нет, поэтому хилиться придется с трупом. Что, опять же, не так уж прям сложно. Хорошо. Это другой робот? Да нет, вроде тот же самый. Имя то же самое. То же самое же имя, чел? Три дня сидел. Давай. Хорошо. Так, отходим. Отходим. Видишь, новые тактики, новые стратегии. Понимаешь, мы просчитываем его. Скоро он сдохнет. Да давай уже заряжайся, но... Так, передохнем. Хватит одно и то же делать, но... Скучно же. Зельда что будет? Это не лох. Боже, какое же оно конченое. Все же. Так, у меня шкилов нет. Зачем я хили с хилами? Вот это реально слишком рандомная хрень. Я понимаю, что одни может расстреливать, другие резать, но... Чат, не спеши мои тапки. Хорошо. Сука, она сказала. Это она сказала. Хард это сложно, да. Лайфхак, ракеты его из ямы достают. Но он же будет хилиться. Он же будет хилиться. Бутман MLG, спасибо за 2 месяца. Никен, спасибо за 21. Я начинаю получать удовольствие от этого процесса, ты знаешь, как в методичках для женщин, которые переживают насилие. Если, говорит, мужчина, насильник, гораздо больше и сильнее вас, то все, что вы можете сделать, это расслабиться и получать удовольствие. Вот, вот, ну что тут, что я тут еще могу сказать? Чип поменять надо. Я поднял же. Я же поднял свой чип? Я поднял.
а ты откуда знаешь? Чувак, это анекдот, это не настоящий методичка. Откуда я знаю, потому что я знаю этот анекдот. Ты же не думаешь, что это всерьез? Ведь ты же не думаешь? Марища, как заряжу ему в глаз. Ах, аж ни разу не попал. Это не он. Почему-то это, мы уже полчаса про это назад говорим, ну ладно. Когда ты от него далеко отходишь, он хилится. Ну ладно. Не буду далеко Тайм-аут. Так, ладно. С начальной тактикой мы определились. Ну так, слегка. Слушай, а кто током... О, боже, сколько вас здесь. Аж очень много здесь прям. Ладно. Хорошо. Хорошая была тактика. Нормальная. Ну, понятно, что когда он вот это вот, это вот, это вот. Как он меня раздражает. Он интересный в том плане, что он челленджевый. Но надо было хилки купить. Чат, почему ты не сказал мне купить хилки? Фалик, спасибо за 17 месяцев. Время быстро летит, да. 8-0. Сейчас ко мне придет очередной хороший человек и скажет: смотрел соседний стрим, там чувак его на нормале с первого раза убил. Я скажу: замечательно, просто замечательно. Вот, держи в курсе. Придет еще один, скажет: а я его убил на танцевальном коврике. Ногами танцевал и убил. Представляешь? Я такой: ну обалдеть. Вот. Так оно и будет. Я не могу купить хилки уже. Все. Уже все. Коман! Надо не хилки, надо чипы переставить. Нужны на батл хил, который за урон хилит. Я знаю, да. Ладно, ты прав. Я не хотел этого признавать, но боже, как ты прав. И чё теперь? И чё, ты собой гордишься, небось, да? А у меня есть на батл хил? Я их, по-моему, даже не этот. Так, увеличивать дистанцию уклонения. Возможно. А.
не сувается. Так, подожди. Ага, допустим. Это... Дальний бой. Повышает урон в дальнем бою. Обязательно к приобретению сейчас. Обрыв повреждений. Куда мне оно нужно сейчас? Обрыв повреждений. Подожди. Я хочу вообще все снять. Можно мне как-то... Ладно, допустим. Экипированный чип. Шкала. Создай новый комплект, не трогай этот. Это имеет смысл, опять же. Почему я все время одним пользуюсь? Не знаю. Так, все чипы. Подожди, а я... Я же загрузился только, да? То есть мне не нужно ничего поднимать? Не может победить. Хорошо. Так, подожди. Разгон. Это такое себе замедление. Скорость передвижения. Ну, пускай... Подожди ты, ну. Так, передвижение. Можно их всякие поставить. Дистанцию уклонения, наверное, все-таки нужно. Самовосстановление. Пускай. Ну, пускай. Утилизация. Восстанавливает за уничтожение врага. Тут оно вообще не нужно. Потому что враг у нас один. Допустим. Вот это нам нужно. Здоровье. Поболе. Так. Нет. Может быть. Нет. Да уже все. Анонса не было. Мартин the Warrior, спасибо. Как-то странно, короче, я поставил сейчас. Но вот это вот надо сделать активным. Экипировать. И сейчас я умру, смотри. Вот мы и подхилились, да. Вот мы и подхилились. Мы стоим. Ну ты стой. Я типа не против. Урон на дистанции уже не лезет. Пусть лучше у меня будет то, что я использую сейчас, окей? Вот. Получи. Урона мало наносит, зато наносит. Плюс 0, это, я так понимаю, мне летит, да, за то, что я, типа, бью его. Потому что у меня уже здоровье максимум. И вообще. Допустим. Так, вот с этим поаккуратнее надо, ведь она уже... +18 можно посмотреть? Можно. Шары зло. Смотря какие шары. Некоторые такие очень даже. Мне нравятся некоторые шары. Не все, конечно. Просто урон маленький, а возврат в процентах. А. Че, не готовишься-то? Ага! Как тебе такое мудило? Кони-чан! Не туда! Бляха-муха! Ай-я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 й
Он же хилится, сука! Да как ты смеешь? Слезай, твою мать! Не смей! Боже, он полгода. Ой, мама. Нет. Не согласен. Да? Чат, ты знаешь, оно же конченое. Оно стоило того, чтобы сегодня запустить стрим. Оно реально интересное. Слушай, оно не твою мать, не успокоится вообще никак. Ну ладно, допустим, подхил неплохо. Как же я тебя ненавижу с этими твоими шариками. Конечно, маленький, но в целом меня устраивает то, что происходит. Где ты там, мелкий ублюдочный полудурок? До свидания. Сломанный ключ. Всю жизнь мечтал. Я знаю, что это не лучшее место для ворота. Ничего не могу с собой поделать. Вот эта хрень вообще дает возможность просто бегать вокруг него и ломать. Почему я этого не делаю? Потому что... Да вот почему, твою мать. Слишком много отвлекающих факторов. Конец близко. Не-не-не-не. Не расслабляйтесь, сейчас будет шар, который нас убьет. И вот тогда-то... Да какой там шарм, и без шара тут как шарм. Так, где-то ракета летает. Сука, что за хуй? Блять, простите, я не могу. Что это было там такое? Что это там такое было? Что это там сидело? Какой-то сраный ёж вылез из своей норки. О, боже. Хорошенько я так сегодня. Думаю, отдохну после тяжелого дня. Мартин The Warrior, спасибо за Тирван Феликс, спасибо за 17. Я уже говорил это, но тем не менее. Просто нонсап, спасибо за прохождение современных игр, если шанс увидеть Subterrain. Походит на Darkwood. Да, я хотел его поиграть, но что-то как-то не задалось. Откуда оно взялось? Что это было? Я больше там не буду сидеть. Там какие-то рандомные... Ху-ху-ху. Матако! Заткни свою пасть, тварь! Прости, я уже и на НС тоже не сильно люблю. Этого не должно быть. Она же красивая няша. Мужчина, вы не видели здесь красивую девушку? Без сознания. А, ясно. В шлюзы куда-то унесло. Майонез умер же. Никто не умер, все хорошо. Я его вынесла на своих руках. Такие парни на дороге не валяются, потому что... Майонез это пацан. Да, и чё? Yes.
насмешил, насмешил. Ладно, где-то, наверное, минут 4 увлекательного геймплея. Почку, ясно, я, блин, пожрать успел. А, ну если ты пожрать успел, то это все, конечно. Простите, чет. Я, когда у меня горит, на такую херню агрессию. У меня уже не горит, ты знаешь. Я уже смирен судьбой. Силен собой. Прочее. Ебой. Что такое плюс ноль всегда на тобой появляется? Это подхил. Он типа ноль, потому что так надо. Наруто, привет, Саски. Можешь сделать себя чуть громче, а то я сухарики же не слышу. Кстати, Нир или Зельда? Зачем сравнивать две абсолютно разные игры? Сухарики едят только очень глупые представители чата. Сделать погромче я не могу, потому что я занят очень важным делом. И что еще я хотел сказать? Сам ты Саски. В этот раз как-то более активно он вот этими гранатами начинает закидывать. Ой, ну, ракетами. Не постоишь спокойно на месте, так как позер. Расслабился и получает удовольствие. Ага, именно. Я с самого начала. Да ты запарил. Я сегодня день ракет, что ли, я не пойму. Как дам сейчас? Вот так. Оп-оп-оп. И на увороты. Опа. Твою мать. Их не ловить надо, понимаешь? Не ловить. Их ловить не надо, я имел в виду. Спрыгни обратно, твою мать. Боже, опять ракеты. Куда столько ракет? Куда тебе столько ракет? Бокуши это реинкарнация Такибаны. Татибаны, вернее, Такибаны. В будущем. Говорят же, у роботов есть душа. Вот у этого определенно душа Татибаны. Я думаю, у каждого есть свой босс, который мучил бы их, да? Вот это, похоже, будет такой же. Last Night, спасибо, я потом почитаю там много буков, понимаешь? Это не такая сложная фаза, просто они отвлекают, и тут можно из-за этого поднапороться. Ну и ежик какой-нибудь придет еще. Вот следующая фаза, я что-то, честно говоря, не совсем понял, что с ней делать. Ну, там местами просто откровенная дичь. Тебе нужно уворачиваться от этих. Ты чё надумал? Какой явный. Зачем ты сюда? Зачем? Вот уйди. Уйди, вот сегодня. Вот, я не знаю, что я говорю уже. Вот и дело, отец Онофри, я хотел сказать. Робот, гоу. Не надо было так делать. Не надо, игра. Надо за... Надо заставить, короче, шарик укатиться в шлюзы. Живи, 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 живи. Все, на этом боссе сидим. Да, это же просто. Ну, просто так, у меня сегодня такое настроение, поэтому сижу на нем. Что-то вот захотелось, знаешь. Как же ты, скотина, меня достал этой херней.
получить. Видишь, я даже одной рукой играю. Ага. Хорошо, давай. Ты же не можешь сюда прокатиться, верно? Да твою мать! Так, что мне тут сделать? Я понимаю, что тут нужен физический урон. Примерно как вы, наверное, прекрасно понимаете, что я не хочу сюда лезть, потому что сейчас начнется дичь. Да нет, ну ёпт, ты прыгай! Блядь, да что это было, сука? Ты какая-то конченая мракоби. Я не понял, ну... Блядь, я нажал прыгнуть, а она сидит, короче, в носу ковыряется, потом в пупок лезет. Я не знаю. Мне нужна поддержка, чат, а не лулы твои. Поддержка мне нужна сейчас. Чат, по крайней мере, вы можете делать ставки на деньги. Last Night пишет. 18-й раз подписался такой. Ты говоришь, что не помнишь меня, а ведь уже 18-й месяц. В смысле, я говорю, я не помню тебя. Я говорю, что я помню тебя, отстань. Отстань. Ненавижу. Помню и ненавижу. 18 месяцев подряд уже. Сочная боль. Хорошо. Да вставь ты их себе куда-нибудь. Хорошо. Давай, давай, хватит там вот это вот анонировать. Да. Шарик насквозь пролетел. Игра сломана. Все куплено, мудила. Чипы-то вставились? А, вставились. Реально, в таком рандоме сейчас сдох, это пипец. Ну, типа... Рандом-рандом, а это сложность, и я провалю свое испытание. Сидит оно, наяривает вот это вот. Почему я все время глаза жду? Оно же примерно одинаковый урон наносит. И тут... И там, и здесь. Все равно мне надо выстрелить ему в глаз. Это сколько мы на нем сидим уже? Серьезно. Ладно, хоть эта фаза такая изичная. Слушай, мне вчера драли задницу в Зельде. Позавчера. Нир автомата. И вот опять. Ты понимаешь? Прекрасная неделя, я считаю. Что ты подскальзываешься? Женщина, может меньше на каблуках надо бегать? Ты ж боевой робот все-таки, а не... Ага, вот это вот. Манду свою вытащил, простите. Да, получи, я не попал, но напугал. Сейчас бы упасть. In 2019. Ага. Давай, не сдавайся, словак.
Брись, как будто борешься в последний раз. Как будто за тобой... Все самое важное в твоей жизни. О, пошел раскидывать какашки. То, что вот тут я выпрыгнуть не могу, это меня, конечно, очень сильно беспокоит. Да. Вот так. Вот так вот примерно. Так, все. Начинается. Вот тут надо. Эти волны тогда будут уходить в пол. Сейчас я опять подскользнусь. Блять, женщина. Зачем ты это делаешь? Я не пойму просто. Тебе что, проблем в жизни не хватает? Пускай сидит себе там, хилится. Я, типа, не контролирую свою агрессию, поэтому... Я просто проверил, просто проверил. Что, он же там не хилится? Так, хорошо, я подхилился. Можно делать попытку номер два. Как же вы бесите, маленькие ублюдочные твари. Чат поддержки, поддержки. Нет, 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 что, блядь, что, что, что? Я просто не могу физически с такой силой нажать этот ебаный, блядь, геймпад. Потому что между двумя ударами прошло где-то, наверное, меньше, чем треть секунды. Короче, ваша поддержка не работает, на рекламу. Я не могу. Геймпад неправильно подключил еще. Ебану мать. Это все из-за вмятины в голове. Слышь ты, знаешь что? Матакоицка. Матакоицка. Заткнись. Да где ты? Вот, лежит оно. Тикотится. Хорошее начало. Символизирует. Так, подожди. Хорошее место же вот здесь? Куда ты уже поехал? А? А можно его как-то вон туда заманить? А там у нас что? А там у нас тупик. А тут что? А тут вода. Ага. А можно его сюда заманить? Ага. Ага. А здесь у нас прораб. Ага. Иди сюда. Иди сюда, мать твою. Увидели? Боже, эти вороты! Это и есть концовка. Может быть, может быть. Поставь норму. Нет, ну ты же понимаешь, что удовольствие можно постичь только через боль. Сначала тебе больно, но постепенно становится приятно. Да? Ты же пробовал, ты же знаешь. А чё по нулям? Куда ты покатился? Слезай. Быстро. В смысле? Я говорю, быстро слез. Да, вылез. Не врубай электричество. Ладно, забей. Не так уж это и важно. Смотри, я его сейчас как щенка просто. Просто уничтожу тебя. Ага, блин, ты же с электричеством. Прекрасная была идея, сейчас реализация подкачает. Вот так, хорошо.
В этот раз он активный как-то, поэтому мы довольно долго, похоже, будем это делать. Так, я не буду подходить, потому что он сейчас опять врубится. Ладно, признаю честно, все пока идет так себе. Фрик, спасибо тебе за поддержку. Я уничтожу этот шар, но типа сначала мне нужно выпрямить пальчики, а то у меня лапки. Спасибо, камера. Иди сюда. Спасибо, чат. Знаковочка насчет дерева. Довольно прикольно. Что происходит? Что произошло? Так, отойдите, отойдите. Что ты делаешь? Шо? Не надо. Не делай, что-то там задумал, я не знаю. Неприятно. Да твою мать! Пока я там... Приятно получать, короче, когда ты на кусты смотришь. Он тебя поцеловал? Хорошо. На секунду отвлекся на чатик. Все, пизда сразу. Простите. Чат, делай ставки. Через сколько я его победю? Потому что есть мнение, что я его победю в следующий раз. Потому что я начинаю закипать. Няч, тащи Артурочка, мы в тебя верим. Не получается пока. Да-да-да. Так, а что там в чате у нас? Да, серьезно. Хорошо. Это никогда не закончится. 13-0 уже. Раньше он был поспокойнее. Я думаю, если ты про него, то это потому что... типа, ему надоело, видимо, что я его ломаю. Ну, я имею в виду так. Матако. Давай, сейчас тебе будет Матако. Еще разок. Боже, я не взял свою штучку. Моя штучка? Вот. Через 3 дня победим. Да, о, боже, зачем ты это сделал, сука? О, это я себе говорил, если что. Хорошо, ладно. Второй настроить. Почему бы нет? Давай по новой все поставим. Кто вообще поставил эту кнопку? Понятно, что если ты берешь, то ты хочешь, чтобы у тебя это все было. Говна кусок, твою мать. Простите, я не могу опять. Так, крит. Дальний бой. Плюс 3. Все-таки, наверное, нужен. Определенно нужен. Ударная волна определенно нужна. Дальше уже все, короче. Не, подожди. Вот так вот. Вот так. Далее все, что мне нужно, это защита от снарядов, может быть. Нет, не так сильно. Максимум ОЗ. Максимум ОЗ. Боевое исцеление. Боевое исцеление. Боевое исцеление. Максимум ОЗ. Максимум ОЗ. Так, это уже не поместится. Тоже не поместится. Это тоже не поместится. Так, они все уже не поместятся на самом деле. Туда можно что-нибудь маленькое еще воткнуть. Если есть, поставь античейн. Да, она мне не сильно на самом деле помогает, эта хрень. Так, немного удачи. Немного удачи никогда не помешает. Так, все, я готов. Куда ты поехал? Зачем ты туда поехал прямо сейчас? Замечательно вообще начали.
Кредо Роялс, хорошо, ради тебя. Жопный, я тебя понял. Урона не стало намного больше, чтобы вы понимали. Слушай, по-моему, надо было подождать, потому что я что-то вообще, короче, забылся. Место, кстати, ладно, хоть с местом более-менее повезло. Да куда ты? Он решил побесить. Только не в воду. Ради чего это все, если ты сейчас опять пойдешь и подхилишься? Боже, какой несправедливый босс. Но он мне нравится. Хорошо. Ладно. Он уже троллит. Да, он издевается надо мной самым правильным образом. Слезай, твою мать, слезай. Постоим 3 секунды. Зачем? Зачем шевелиться? О, чего не хватало. Краби устал. Краби хочет умереть. Надо ему дать эту возможность. Не лезь на стену. Не лезь на стену. Не лезь на стену. Как-то фишечка с деревом не сильно помогает. Там люди советовали стоять за деревом, типа тогда шарики врезаются в дерево, но такое себе, честно говоря. Сегодня, да, был стрим без анонса, потому что, повторюсь, сегодняшний стрим это даже не стрим, по сути, сегодня просто настройка оборудования, потому что я весь день сегодня настраивал комп. И потом начал настраивать ОБС, я сегодня сидел 6 часов чисто, не сидел вернее, а, короче, ну там, железом возился. Поэтому очень уставший, сел на часик, но в результате сели вот на это вот. Я бы сказал на бутылку, но это будет слишком мягко. Чат, объясни, почему я не хилюсь? Фон не другой, фон тот же самый. Есть, но он слабый, присмотрись. Подожди. Подожди. Передвижение, уклонение. А, во! Я же его не поставил. Так, хорошо. Умен. Так, значит, максимум вот эту вот удачу убираем отсюда. Это не так сильно нужно, как то. Удалить, это удалить. И вот это удалить. Так, у нас остается дохрена места на то, что мне нужно. Я что-то вообще на морозе уже играю, честно говоря. Так. 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 И. Так. И вот так. Ага. Хорошо. Минус удача, да. Где-то там. Не надо этого делать, тварь! Не делай этого! Вот же ж, сука, боже, зачем ты это сделал? Слазивай оттуда быстро! Сегодня вообще хороший был день. Почему все вот так заканчивается? Чатик, я по крайней мере рад тебя видеть.
А, ясно. Вовремя. Идеальный тайминг. А он опять туда полезет. Ты можешь в это поверить вообще? Нет? Отходишь далеко, шар лезет на стену Хитс. Я прекрасно это понимаю, но суть в том, что раньше у меня было больше времени. Сейчас бы в жопу его настрелять. Просто раньше оно работало немного по-другому, чат подтвердит. Поэтому я и хренею. Было бы прикольно, если бы оно своих косло. Это бы имело смысл, на самом деле. Так. Нет, Туби, не делай этого. Не надо там, типа, своей пафосной анимации, как ты на машину забираешься. Всем насрать. Всем откровенно насрать. Умён. Почему-то мне показалось, что он... Сейчас мы сольём. Это уже, ну, очевидно. Робот, я тебя ненавижу. Сегодня арты будут? Да хрен его, да. Вот сейчас бы их сожгло, было бы так хорошо. Опять наэлектризовался. Слушай, тут очень узенькое горлышко такое. Так, хорошо. Продолжай. Самое главное, отойди сюда. Слезай. Слезай быстро, твою мать. Боже, он начинает напрягать. Чат, я сразу говорю, это все достаточно просто. Я здесь сливаюсь только потому, что я подуставший. Тут, типа, как бы, если реакции хоть немного есть, хотя бы не как у, там, лениться, не знаю, тут все вот это нормально. Последняя фаза, вот там вот прям реально жестко. Там тайминги такие, ну, увидели. За секунду тебе два удара такие всыпались, что ты, ну, после каждого улетал. Роботы, уйдите. Слушай, по-моему, он что-то хочет. Но я не уверен, что. Жопный лазер! Вернее, не знаю, как эту штуку назвать. Почалось дерьмо, почалось. Или не почалось еще? Не, еще не почалось. Вытащил. Я такого еще не видел. Хорошо. Давай, скидывай ноги. Молодец. А теперь мы будем убирать. У него вообще входит физический, ой, ну, в смысле, стрелябельный урон, нет? Потому что, по моим ощущениям, нет. Боже, скиньте куда-нибудь, твари мелкие. Ясно. Где-то там в кустах, короче, какой-то хуй сунул, простите, я не знаю. Давай. Вот эти вот увороты, они меня убьют. Потому что я пока буду увороты делать, то он там сделает свою хрень, и я, типа,
Все, я труп сразу буду. Давай, кати сюда. Я не полезу к нему в воду, я не дурак. Посидим немного, ну его нахер. Отдыхай там. Ты что, дурак совсем, что ли, там? Давай. Слушай, там еще роботы из воздуха появились только что толпой. Давай, катись, катись. Ясно. Ты будешь катиться? Бесит. Ох. Ему даже туда, короче, бесполезно. А ну-ка. Нет, тоже ничего не дает. По-моему, не дает. Не дала же? Что-то, блин, проглядел, там слишком много дырочек было. В смысле. Простите. Катись сюда. Катись ко мне. Не очень хорошо. Погуляем пока. Он сейчас не хилится, так что, в принципе, можно, короче, не спешить. Что он делает? Подожди. Так, мне сейчас лучше сделать следующее. Я, типа, понимаю, что да, вот это вот. Но мне нужно, короче, не знаю. Не очень объяснил, по-моему. Так. Подожди. Не, вот так вот надо сделать. Настроить все чипы. И здесь нужно поставить что-то, короче, что будет давать ему больше боли от меня. И я думаю, что это вот это вот. Вот это вот. Нет. Далее. Криты. Дальний бой тут уже нахер не нужен. Ударная волна пригодится. Ударная волна плюс 3. Контратака возвращается. Может быть. Это вот. Мыслим тактично. Окей? Так, подожди. О, неудобно, эта хрень сделана. Удалить. 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 Так. Так. Не поместится. Не поместится. Не поместится. Так, не поместится. Ладно, тогда. Слушай, может, боевое исцеление надо было поставить? Хрен его знает. Или там самовосстановление. Наверное, лучше самовосстановление будет поставить. И места для рыбалки, очевидно. Хотя бы по чуть-чуть. Тебе же хватит? Так, секунду. Оптимизировать. Должно хватить. Не это, так вот это. Все, окей. Хотя бы по чуть-чуть. Все, теперь не всраться просто. Давайте, маленькие ублюдки. Я знаю, что вы хотите меня убить.
ничего не вижу, что там происходит, поэтому лучше даже начинать не буду. Вот это ненавижу, как... Блять, ну просто, что тут сделаешь? Ох, сука, ёбаные китайцы, кто эту игру придумал? Азиаты. Тут хуй что сделаешь, ну просто, тут такая вообще... Ладно, хорошо. Никитка, здравствуйте, здравствуйте. Зачем прыгать, если можно стрейфиться через эти волны? Кольт, иди нахер. Прости. Давай ты будешь стрейфиться через эти волны, окей? Заряжай сейчас свой стрим. И хоть там обстрейфься по полной программе, понимаешь? Вот. Ты можешь меня порицать, но делай это как-нибудь там потом, окей? Просто не здесь, не надо. А? Подожди, а чего у меня жизни мало? Теперь ты никогда не будешь пропускать экспо. А тут не в том прикол. Ну типа... Но у нас уже 25 уровень. Настолько это меньше, чем 30 или нет? Я тут, дебил? Давай. Я, кажется, просчитал его. Я думаю, что ближайшие попытки будут последние. Но мне так казалось и на предпоследний. Тоже казалось, что будет немного по-другому. Но оказалось, показалось. Поформись немного. В смысле, поформись. Чат, я поставил те самые чипы, которые надо. А, с другой стороны, ты прав. Потому что я не очень умен. Так, Аптупина, давай. Я реально забыл эти чипы, если что. Должен признать. Так, давай. Сейчас, я надеюсь, не поставилась моя конфигурация, та, которой я умер. Нет? А, нет, активный тип Б. Слезай. Давай запускай свое электричество. Или что ты там любишь. Ага, так, все. Атаковать его в ближнем бою мы не будем. Чё-то, да прикол-то в том, что... Типа... Здесь не то, что из-за недокача, просто это хард, понимаешь? С самого начала, еще с самых первых боссов, самых первых врагов, как мы поставили на хард, очень многие враги тут ваншотали, поэтому прекрати. Лучше проси поставить на норму, я все равно не поставлю, но, по крайней мере, в этом будет больше смысла. Ясно. Отвлекся на секунду. Сразу прилетел. Ясно. Это что, типа, чтобы меня успокоить? Все, я, короче, сейчас хочу сделать следующим образом. Welcome. Не подумайте, я не выключаю стрим. Нельзя ли, когда последняя фаза и шарик не хилится, больше вернуться и сохраниться? Нет, нельзя. Выключи свою музыку, идиот. Пока. А, так. Настройки. Сейчас, секунду. Вы не должны ничего видеть, слышать и вообще. Успокойтесь, короче. А, так. Мне тут кое-что может помочь. Ну, стандартная херь, которую я врубаю, когда меня начинают ломать. Под эту музыку я победил Татибану. Под эту музыку я заломаю тебя.
снова, в смысле снова, ты с ним первый раз видишься. Типа. Так, хорошо, извлечь. Блин, я прошел Фьюри, вот у меня тогда было такое настроение, такие рефлексы, что я просто прошел, ну реально часа за два, наверное. Сейчас бы я день сидел. Давай, мы делаем, давай. Подожди, у меня стоит ударная волна, что это за чипы? What? Самовосстановление, максимум АЗ, ударная волна, дальний бой. А, ну может быть, окей, что-то я попробую. Сложная игра. Не-не-не, простая на самом деле, ты знаешь. Да. Хорошо. Наверное, не знаю. Да. Откуда Даша знает, что у меня горит? Она даже мой стрим не смотрела. Мне твой ноль, конечно, очень сильно нравится, но типа, может душ попадать. Я бы сейчас повернулся к Даше, она бы увидела лики смерти просто. Иди сюда, твой. Иди сюда. Жопный лазер. А, мин. Еще лучше. Пошел хилиться. Ну я типа знал, что это будет. Я готов был на это пойти. Потому что там было немного жестко. Вы там за шар уже болеете? Ясно. Вот это уже не очень. Yeah.
Типа его ноги так-то вообще ему не помогают сильно. Они просто, ну, немного защищают. Вторая фраза пошла. Клуб поддержки шара. Офигеть, у меня в комментариях клуб поддержки шара. Вот это поддержка от чата, я понимаю. Давай, катись, куда ты там любишь, слабака кусок. Самый добрый и понимающий чатик. Так, ладно, бесполезно, я слишком толстый. Да сдохни ты уже, мудила. Окей, справим. Сбрасывай свое дерьмо. Да просто зажимает. Я походу не пойму чего-то в этой жизни, потому что почему это происходит? Сраный ёбаный круглый хуйсос. Я высказался, мне полегче стало. Чат, мне без разницы, можешь порицать. Лолилу, спасибо за тирван. Антон Гров, ты все еще недостаточно быстр в смущающем месте. Да, я знаю. На самом деле хорошее, ты знаешь, почему-то, когда начинается такая дичь, у людей портится настроение. У меня так, ну, подожди, я то взял? Я же свое взял? Нет, да. Шушуть. Верю в мою веру в тебя. Нет, я буду верить в свою веру в тебя в мою. Просто музыка другая пошла, поэтому мы типа и всрались. Это я могу сказать наверняка. А тут и... Далее. Насыпал вот это вот какашек, как Эван на прогулке. Не надо, не иди лечиться, пожалуйста. Ладно, хер с тобой, иди. Все равно я ничего не добился, по сути. Так что можешь восполнить свои жизни. Мне было неважно, это прогресс. Да ногу ему руби, дебила! Она ебанутая, она не может, понимаешь? Да руби ему ногу, господи. Да все, уже похер, он сейчас электричество включит. О боже. В игре, говорит, автонаведения нет. А это что-то такое? Что это было? Сейчас можно было бы в легкую ему вынести вот это все. Это, кстати, хорошая тактика. Да руби ты ему ебаные ноги. Почему у тебя такая проблема с этим? А не хочет. Настроение, видимо, не то. Жопный шип. Делаешь? Я тут. Пизда с ушами. Зачем она это делает? Я не знаю. Серьезно. Это будет самый матерный, наверное,
Так, я уже, короче, и эту музыку слушать не могу, не хочу, не буду, все. Что она только что сделала? Кто-нибудь видел эту анимацию? Что она делала? Куда она, сука, прыгнула? 17-0. Я в этой игре ни от кого так не встревал. Хотя ты знаешь... Не-не-не, погоди. С Симоной было, но там, типа, было по-другому. Все-таки, насколько я понимаю. Давай местную музыку. Под нее победим. Угу. Если сейчас мы будем попадать по ногам, то мы сделаем все, что нужно. И в нужное время. Если она не будет лезть со своими потными ручками к его лицу, к его глазу. Татибана отдыхает. Татибана быстрее выносил, на мой взгляд. Да, я желаю. Нет, я просто так подбежал. Я дебил, да? Ага. Иди сюда. Давай. Так, я, пожалуй, отойду. Эта хрень, она слишком рандомная. На полчасика включил стрим. Типа, качество получше будет. Ей. Молодец. Надо было оставить его на тот момент, когда я был свеженьким. Почему я сейчас страдаю? Потому что я не могу уйти без победы. Не могу. Ты дура просто. Вот и все, вся твоя проблема. Ох, как меня это спасло. Я не был готов к этому. Чувак мне годный совет подсказал, а я его посылал. Вот что называется под горячую руку лезть. Ну ты, парень, не выдал, конечно. Ну насчет этих уворотов, этого колец. Я, конечно, чувствую некую вину, но я думаю, что тут очевидно, да, все? Сядь, тварь! Вот это он огреб, вот это я понимаю. Я труп? Нет, я еще не труп. Но сейчас буду и... Вот сейчас я буду трупом, смотри. Нет, ладно, я спасся на секунду. Посижу, отдохну немного. Чё ты припёрся сюда? Крапулька стала живи. Если бы каждый раз, когда я слышу эту фразу, я бы получал по доллару, то у меня было бы уже 3 доллара. А 3 доллара, как ты знаешь, это 3 доллара. Давай, лечись быстрей. Снова за шар болеет. Окей, окей, приятно. Так, подожди. Я из-за этого Toxic Avenger засвеченный. На, кстати, рекламу. Вдруг ты пропустишь, типа, мою победу. Вдруг, просто представь. Вот это будет обида. Так, это не работает. Ну, в определенном смысле работает, на самом деле. Давай.
Оно запнулось опять. Стой. Как же вы мешаете, маленькие ублюдки? И ведь они респавнятся и респавнятся. Респавнятся и респавнятся. Да дело уже, дело. Так, ну окей. У нас есть определенная тактика. Ее нельзя назвать прям уж хорошей. Но она работает. Она опять запнулась. Боевой робот подскальзывается. Мне это не нравится. Убери эту хрень. Давай ко мне. Надо отходить. Опять их слишком много. А. Я победил или умер, я не знаю. Изи. Изи вообще. Обычный день я бы его, наверное, убил гораздо быстрее. Наверное, да. Слушай, у меня, наверное, такие морды были, пока играл. Вот это вот, типа того. Я... Я скучал по тебе, Мэмис. Так, хорошо, что мы тут делаем? Что-то мы вон пришел воевать. Даша пришла порицать, но она типа. Ну за то, что я типа. Я вообще не собирался стримить, я запустил стрим на полчаса, представляешь, даже проверить качество. Качество народу нравится. Я такой, о, босс. О, еще босс. А тут уже дети, представляешь? Я на предыдущем сидел 2 часа. Или сколько я сидел? Типа... Я сегодня столько матерных слов сказал, сколько не сказал до последнего. В этом году, короче, это самый матерный стрим. Хорошо, я ничего не понял, но хорошо. Ты слышал, нет? Я сейчас закончу и типа пойду кушать, Даша. Нет, я говорю, ты стрим сколько хочешь. Ага. Так и пога, но я покушаю без тебя и пойду играть в пуг, все на экране. Нет, ты не кушай без меня. Че-то она без меня хочет кушать. Да впервые в жизни хотела без тебя поесть. Ладно, кушай. Так ладно, я пошутил. Ну я после этого убью сейчас, наверное. Сейчас? Я только начал. Да. Первая попытка. Я этого босса с первого раза убью, мне кажется. Не-не, кушай, кушай, серьезно, я не шучу. Я типа думаю, что недолго, но, блин, чё ты ржешь? О!
кого не хватало для победы-то? Теперь точно выиграю. Сраный стробоскоп. Какой-то плотный босс. По сравнению с предыдущим, что-то пока на удивление легкий. Я думаю, это первая фаза. После предыдущего босса, на котором я сидел 2 часа, Даша, резко начался катсцена, типа, и второй босс. Да. Вот. Я его убил. Чат не верил, чат болел за этого босса. Я сделал. Да что же это такое-то, ну? Боже, эта штука такая дамажащая. Я вообще урон наношу этим, нет? Зачем я это делаю? А прикинь, с предыдущего босса будет надо начинать. Я тогда закончу со стримингом. То есть я уйду с твича. Удаляю канал сразу. Ну куда ты? У нас же было так мало времени. Почему ты не рубишь эти шары? Ты же любишь рубить шары, женщина. Ну, слушай, а чё я туплю-то, если она так работает? Типа ждем окончания кулдауна. Вон Найнос там пока делает дела. Подумайся. Я тебе больше скажу, я YouTube канал тоже удаляю. И страницу ВКонтакте с 50 тысяч подписчиками. Все, резко сразу. Просто... просто сломаюсь, короче. Любишь убить шары женщин. Ты увидел? Да? Я про то и говорил. Блять, ты не можешь... Да, давай все шары поймай. Это очень плохо. Я буду лечиться. Я не буду вступать в бой, я буду лечиться. Хотя ладно, я могу пока лечусь, сделать вот это вот. Она же все равно работает, она разметает. Зачем смысл, какой еще делать что-то другое? Вообще в целом. Он пусть, наверное, воюет. Дайте ссылку на Twitch канал Артура. А, типа, там сложный URL, поэтому забей. В гугле, в смысле. Ну, там, блоков от Twitch. Зачем я это сделал? Не могу объяснить. Я сейчас усложняю себе задачу просто. Типа, вот так его гораздо проще убить. Зачем я его разрушаю? Там же опять стробоскопы сраные пойдут. О, поперли. Ей. Это даже не босс, это кусок говна какой-то. Что? Третий босс? В оболочку стрелять нет смысла, надо ее разбить и стрелять в сердцевину. Кредо Ройлс, ты же видишь? Данунак, спасибо за 10 месяцев, это еще не закончилось. Я вон там скачет. Боже, это музыка. Бегом, твою мать! Ох, как хорошо-то. Есть жизнь и счастье.
Слушай, у нас не так много осталось до конца, я так понимаю, да? Ну, то есть уже... Не, какой кушать? У нас сейчас концовка будет. Тут будет еще один босс разрывающий, нет? Серьезно. Вот эта вот хрень, то, что происходило в последние 2 часа, меня серьезно так поломало. Ну, то есть, это был сложный босс, пипец. Я это признаю, и я признаю, что у меня сегодня рефлексы не как вчера, допустим. Такое бывает. Я с самого начала сказал, я сегодня секунд, наверное, 30 пытался понять, какой кнопкой включить стрим. Настолько я сегодня упоролся перед стримом. И в итоге еще начал стримить. Но в результате мы с вами стримим уже 2,5 часа. Это получается практически полноценный стрим. Один мини-босс и полноценный босс. Будет еще жопный и нечестный. Круто. Пора кушать, Даша, да? Руки прочь от Багдада. Мираж определенных обстоятельств вполне себе неплох. Сюда. Слушай, ты перебарщиваешь. В натуре перебарщиваешь. При этом я, короче, еще хотел сказать, я от всей этой дичи, которая на экране происходит, вот сейчас вот что это вообще такое, я от нее получаю большое удовольствие. Это одна из лучших игр, которые я играл за последнее время. То есть мне очень нравится все, особенно геймплей и механики. Как тебе такое? Тебе понравилось? Походу, да. Ох, дичь. Еще скажешь за этот год. За этот год, возможно, да. Кстати, знаете, что Monster Hunter Capcom официально объявила, что... На русском будет, короче говоря. Ну, правда, текстовая локализация, но для Monster Hunter это очень много значит. Игра заморочена крайне. Вот, с чем я вас поздравляю. Капком молодцы. Вылазь. Ясно. не так агрессивно, пожалуйста. イブって機械生命体だ。その中で生きているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その中で生きているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。ちょっと待って。報告。イブの位置を特定できる。報告。位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってね。ちょ、ブラッド。お気をつけて。 Все-таки брат. これは広範囲に強制通信をまき散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。 Это было очевидное место для финального босса. Надо было головой вниз. Дурында.
они явно не все дома. А они хотят делать то, что надо. Дальше это. Подожди секунду. Я, кажется, правильно спрыгнул. Да? Или все же вниз? Сюда. Чатик смеется. Хорошо? А, Китанока. Умай тачмо, умода. Вот тут ты сгоришь. А, хорошо. Я уже сгорел. Нечем гореть. Пепел один. Подожди, у меня же полные жизни были, да? Я сейчас в лоб просто получил и умер. Так. Ваншот, да? Не попал. Знаешь, я чувствую, мы тут не то чтобы сгорим. Мы тут превратимся в метеор, наподобие Тунгуски. И вокруг нас на километры будут поваленные деревья. Как ты думаешь, это реально? Ничего такой дамаг, ничего. Намес. Давай. Я буду лечиться, я не буду хилиться там каким-то другим способом. Потому что это бесполезно, блядь. Спасибо. Ясно. Коротко о том, почему японская озвучка лучше английской. Хорошо. Так, ясно. Хорошо. 2-0. Какие-то быстрые каточки идут такие, ты знаешь, прям быстрые-быстрые. Самое крутое это то, что ты застреваешь в камнях. Так нравится прям, ну вот, очень. Прям очень, знаешь. А, прощай! Так. Чипы в жопе. Я сейчас просто, короче, не дам ему себя ни разу ударить. Смотри. Просто больше ни разу не заденет меня, окей? Паузу дай поставить, мудила. Так. Все, что мне нужно, это немного удачи, смотри, все. Не та удача была. Три дня сидел. Угу. Там другой стример, который катал шарик на нормале. А, ясно, ясно. Держи в курсе. Слышь, выпендриться, она, конечно, всегда клёво. Давай, давай, чё бы нет. А то что-то видно. Да твою мать, да... А это ПК-версия, да, это, конечно же, ПК-версия. Кто-то же прошел. Я думаю, ты знаешь, надо закончить реально и сесть свежим сюда, потому что тут...
по большей части вся сложность во мне. Я пельмень. Я сейчас реально пельмень. Вот такой сижу. Ну, то есть, я с самого начала таким был, я сразу про это сказал. Я вот таким сейчас буду. Вкусный был нонсап. Чтобы знали, что делают за банинами. Давай попробуй на изи уровне, а потом на сложном. Ты тоже хотел, когда попадаешь в Dark Souls, и тебя там херачат, ты хотел на изи режим переключить? Или ты хотел превозмочь? Так, ясно. Это не жена, это сестра. Не надо путать эти понятия. It's time to stop. Можно тебя обидеть хотя бы? Знаешь, что не хватает? Акул с лазерами из глаз. Метеоритов, чтобы падали сверху, а на них акулы с лазерами из глаз. А здесь не отбиться, если ты попадаешь под этот удар, то он второй тебе, короче, сразу наносит, и все. Тебе уже без разницы, что там дальше происходит. Ты после первого удара ты уже не вырвешься, короче. Все. Поэтому ближний бой здесь довольно-таки интересное занятие. Давайте не будем больше баловаться ближним боем. Ау. Ладно, одно положительное, что реально хорошее качество идет. А, ну вот на двоечку попал опять. Кто там пишет про чипы, которые надо поставить? Возьмите все эти чипы вот так вот горсточкой и... Хорошо? Я сейчас все прекрасно понимаю, я сейчас просто умираю, чтобы вам там счет набрать, потом говорить... Ну, он там 10 раз умер. Угу. Это не стрим без анонса, это вообще не стрим, по сути. Не то ты делаешь, не то ты делаешь. Да, давай посканируем, блядь. Сделай агрессивного на НС. Да надо, надо, да, да, да. О, рева. Дмитрий Сергеев, не бережешь ты себя, иди кушать. Ну подожди ты, ну что ты... На самом деле, как ты видишь, я уже на отвяжись играю, просто потому что... Типа, не знаю, почему, зачем я это делаю. Почему бы не загрузить хотя бы с чипами сейф? Все, разбирайтесь там сами, короче. Пойдите, ломите ему. Я типа не участвую в этом, я против насилия. Фрикс, тут требуется уже максимальная поддержка, крепись и сломай его. Чеп, вон его нонсаба сейчас сломает. Спасибо тебе большое, Фрикс. Спасибо большое. По-моему, женщина умерла, которую мы подняли. Ты не попал. Да. Блять, просто из темноты прилетает какая-то. Что вы делаете на стриме? Идите кушать, да. Ни хрена не видно. Ни хрена не видно, да. Ну, типа, с нормальной своей реакцией я бы увернулся. Но сейчас серьезно. Я сейчас последняя попытка, просто я не знаю, что я хочу вообще. И заканчиваю. Вот.
Короче, потом уже сядем, нормально поиграем. Здесь надо по ветру держаться, я все правильно понимаю? Найнос, отойди от меня, он же на меня наведется сейчас. Дурачок. Вот смайлик устал вот для таких случаев у меня, серьезно. Я просто в щит. Я сейчас выключу, я просто упаду и буду смотреть какой-нибудь тупой-тупой фильм. Какой-нибудь... Слушай, а ведь работает? Какой-нибудь хороший, тупой фильм. Но вообще это работает, поэтому давайте мы сейчас загрузимся, поставим с нормальными чипами, типа, чтобы жизни побольше было, чтобы он меня не ваншотал прямо уж вот так вот. Можно пройти, оказывается. Можно, да? Вот. А что у меня с цветностью на мониторе стало? Я что-то перекрутил, походу, настройки. Я просто когда начинаю, типа, настраивать систему, я начинаю настраивать настолько, что... Чтоб потом мама не горюй. Это только начало, дальше сложнее. Ясно. Так, хорошо. Это уже была последняя. Вот сейчас самая распоследняя, смотри, поверь мне просто. Аниме смотрю. Я после этого, после этой игры долго не смогу, короче, смотреть аниме и играть во что-то японское. А ведь это еще только первое прохождение. Их три. Почему ты на лестнице не можешь делать вот это вот? Что это делает вообще? Вот. Алло, слабак, иди сюда. И ты опять поставил вот это вот. Кто ж тебя просит? Да. Пока я буду менять, меня убьют. А, нет. Так чё ж ты не... Взять его! Не представляю, как там у меня с кого пригорит. Потому что... Не надо просто. Не надо этого делать. Наведение бы хотя бы. Эта игра вообще не щадит на харде. Но хард здесь реально хард. Это одна из самых хардовых игр на харде. Я, правда, опять ничего не вижу. Если там оттуда сейчас что-то вылетит, будет не очень хорошо. Скажу честно. Ясно. Молодец, Найнос. Ты так помогаешь, серьезно. Ладно, помогаешь, что очень много делаешь, и тебя... Я думаю, сейчас пол будет лавой, да? Мне повезло. Мне просто повезло. Да заберись ты на эту срань. Зачем? А, ясно. Ясно.
Расслабься, мне это здоровье все равно не было нужно. Да ёпта, как это вообще можно было сделать? Наверное, сделай, пожалуйста, что-нибудь, я не знаю. Ладно, ладно. Все, я труп. Дождись окончания фазы. Да? На третьем прохождении боссы более лютые. Хорошо. Я типа тут, короче, вот это вот, но я не жалуюсь на самом деле. Как-то я ни разу не жаловался на сложность самой игры. Мне нравится. Просто горит. Давно у меня так не горело. Если я сейчас умираю, то все. Прощай, сейчас вот эти штуки пролетят меня. Все, короче, надо отдыхать. Явно, потому что я уже упорот, и я уже творю какую-то херню. На тебе чат рекламу. Боже, зато на окне предпросмотра такое все красивое. Так все настроено. Почти жалко, что умер. Да и забьем мы его, короче, потом. Он, на самом деле, повторюсь, не то чтобы дико сложный. Короче, когда мы поняли, что в него просто нужно стрелять, он достаточно быстро слился. Так, посмотри, я даже на рабочем столе навел порядок. Ты посмотри, как я все привел в порядок. Боже, что со мной не так? Короче, хорошо сегодня посидели, на мой взгляд. Совершенно неожиданно, потому что я, типа, вообще не планировал сегодня стримить. И до последнего момента я думал вообще как-то тестовую трансляцию сделать, ну, типа, на запасном канале, который там, типа, никто бы и не узнал. Но потом думаю, да ладно, включу, побегаем. Все? Да. Ну и, короче, в результате могу сказать, что качество мне понравилось, качество реально хорошее. А вот игра сегодня меня не жалела. Но при этом я сам молодец, взял, короче, и залез в нее в таком состоянии. Вот. Завтра будет уже отдохнувший стрим. Как там на Верихард после смерти в квартиру будет врываться Кодзима и бить тебя в пах? Хорошо. Хорошо. Так, что я хотел? Арта у нас есть сегодня, нет? Вроде кто-то спрашивал про арта, давай посмотрим. Сегодня должно быть мало. Сегодня, блин, половина подписчиков про стрим-то не знает само по себе. Но я посмотрю. Поиграешь в Байонет как-нибудь? Как-нибудь? Да, сегодня мало арта, и это реально хорошо. Welcome. Яблоки на снегу, спасибо. Спасибо тебе. Мы первый арт, это мы видели вчера. Когда очень понравился Darkwood, что аж решил свой первый арт посвятить ему. Банши, основанная на ирландской мифологии, представляет собой антропоморфное существо с головой птицы. В игре она представлена только сверху, поэтому нарисовал ее так, как представлял. По скриптам, я не знал, что рисовать это так долго и сложно. Раньше я просто не любил Банши, теперь я ее ненавижу. Слушай, а для вас, наверное, мелко все, нет? Вот так вот. Денис, прикольно. Я представлял ее немного другой. Потому что там были видны задницы, допустим, и ноги. Когда она поднимала свои руки, там, вот это, взмахивала вперед. Но в целом я с тобой согласен. Криповая херь. Угу. Не обижайтесь на меня, если я там реально кого-то оскорбил. Когда под горячую руку, я могу много чего наговорить, но я всех люблю. Кроме... Не буду называть вслух. За прошедший месяц таки смогла посмотреть прохождение Зельды. Спасибо тебе большое за него. Не могла не посвятить рисунок, поэтому лови Сефирота с цветуёчками. Начала рисовать его еще недели полторы назад. Только сейчас выдалось время закончить. Люблю по-гейски, как всегда. Чатик, не обижайся, и тебя нарисуем. А то этот маловат. Хорошо. Спасибо, Катя. Не, ну Сефирот был хороший, но лучше всего была на самом деле... Подожди, как звали нашу лошадь, которую мы... Продали цыганам. Плотва или Дуделка? Я даже имени не помню. Дуделка. Потом мы нашли ее призрака. Боже, какая все-таки мрачная игра эта Зельда. Привет, помнишь игру Grim Fandango? Это арт в игре. Я знаю, да, я понял. Ты делал на нее первый взгляд в 2014 году. Серьезно? В 2014? Мне почему-то казалось, что это было в 2016 году. В 2014? Дуделка, да. Так вот, мы с сестрой недавно прошли, эта игра шикарная. Я знаю, она офигительная. Поэтому спасибо, что делаешь первый взгляд на игры, которые хочется самим потом пройти. Спасибо, что смотришь, юзерней. Спасибо.
как-то так. Хорошо, Кирилл. Хорошо, спасибо. Не успел доделать стикеры. Хорошо, ладно. Но это совсем не арт. Давай лучше побольше стикеров. Дима Скрипка. О, промто. Пупсик. Доделку, да, за 300 монет продали. Я начинаю скучать по промто, на самом деле. Я сегодня включил PlayStation 4 для того, чтобы проверить. Мне нужна была какая-нибудь игра в 60 кадрах. Ну вот, и я запустил, короче, Final Fantasy 15, побегал по пустыне. И промто все-таки такое. Предложил сфотографироваться. Я предложил, что лучше заняться чем-то другим. Надо бы. Он согласился, в общем. Промто. О, утка. Тут. Привет, здесь. Блэк Джек. Чат. Хорошо. Ясно. Кошка Кэт Киса. Я та. Чат. Чатик, ты кошка, что ли? Я не понял. Кадзе. Я знаю, что пропустил два арта, поэтому я потом проверяю. Вы каждый раз говорите об этом. Подожди, Екатерина, в общем, спасибо тебе большое за то, что открыла нам глаза. Андрей Сосанчин. Как-то начал увлекаться полиартами. Вот думаю, а почему мне нарисовать свечестримлер его компашку? Ну и вот первый образец. Я сегодня такую стену текста читаю только потому, что сегодня артов мало. Поэтому сразу предупреждаю, это было условие, по которому арты возвращаются, что не будет очень больших сообщений, потому что после того, как я уставший после стрима, мне это тяжело читать. Вот. Но сегодня, в принципе, у нас день, когда сбываются чудеса. И, типа, это не потому, что я там кого-то не люблю и тому подобное. Просто надо так, понимаешь? Спасибо тебе за 5 лет интересных видео и летсплеев. Надеюсь, что ты и дальше будешь продолжать свою деятельность и радовать нас новым видео по скриптам. И спасибо лично за то, что познакомил меня с такой игрой, как Darkwood, ибо она для меня игра года. Будем ждать DLC, которое вроде бы было заявлено. Серьезно? Я не знал. Так, секунду. Вот так. Пока будем наслаждаться СТПшками и прочими новыми интересными играми. ППС, наверное, я немного кривой взял кадр с видео. Получилось слегка кривое детище. Но не кидайтесь тапками из-за того, что я забыл небезызвестную вмятину. Ведь я только учусь. Акцентировать на этом внимание было не нужно. Потому что все мы не без недостатков, понимаешь? Спасибо за твою приятную неожиданность, стрим. Ох уж такая приятная была неожиданность. И ху. Такая прям... Неожиданность была приятная, прям. Угу. Слушай, как она, получается, так пропускает все? Как это работает? Я забыл, где у меня кнопка обновлять. Я упоролся. Так, ну что, сегодня артов мало. Меня это несказанно радует. Радует, да. Угу. Марков, спасибо тебе за 3 месяца. Спасибо. Спасибо за подписку. Как будто сабмод включили одни подписчики почти в чате. Да не выдумывай, всех хватает на самом деле. Короче, пошел я отдыхать, заодно сейчас включу ноут и буду с него смотреть на качество, которое сегодня получилось. Наверное, буду наслаждаться процессом, потому что мне это дело нравится. Вот, и эта запись, наверное, будет выложена на YouTube, потому что мы все-таки как бы убили двух сюжетных боссов. Хотя, конечно, подожди, двух или трех. Ну, что-то такое, короче. Но на самом деле смотреть тут особо нечего, кроме как на бомблении, хотя многие это любят. Ну, в общем, вот такие дела. До свидания и всем пока.